Я нашла ее. Снимаются все маски, голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У меня стоит голограмма. Отдельно или в ней? Нам ее отдельно забирать или вместе с ней? Вместе с ней. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Наталью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Наталья поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она просто глазами хлопает. Такое ощущение, что она внутри этой голограммы. Я даю команду на счет 3. Сила моего намерения отключается. Это голограмма. 1, 2, 3. Полностью отключается до 100% и выходит из ее биополя. 1, 2, 3. Зависает перед ней. Она так не зависит. Она, во-первых, тяжелая, во-вторых, она большая. Давай я в клетку сразу. Отправляю ее в клетку-тюрьму сразу. Готово. Хорошо, Наталья, вы меня слышите? Говорит, устала бороться, она вся растрепанная какая-то. Слышит она, да. А она знает, откуда эта голограмма появилась? Она в курсе? Нет. Сейчас мы разберемся. Хорошо, я даю команду. На счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой Натальи, под ногами. 360 градусов вокруг нее становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Натальи, находит все. Не демон, джин, инсектоид, дракон и ящер. Хо-хо-хо. Какой дракон? Синий. Считай цифры над головой дракона. 32-16. Синий дракон, ты работал вместе с ящером? Он так презрительно на него посмотрел, нет. Синий дракон, он взял тебя заложником? Нет, он не связан с ним. Хорошо, будем проверять тогда все в отдельности. Считай цифру ящера над головой. 701. 700 или 800? 801. 801, хорошо. Так, считай цифру демона над головой. 17. И джина цифру считай, пожалуйста. Джин золотой. Золотой? О. 82-11. Сегодня кто-то очень будет печальный. Я уже вижу этого печального джина, когда его челма сжигается. Все его, кувшин с его золотыми монетами уходит в нирвану. Нет, все по-честному. Ну, а мы проверим. Если я хоть всем давал зарабатывать. Я проверю, джин. Я проверю. Ты ж веришь мне? Он говорит, почему ты с нападения начинаешь? Это не нападение, это приветствие. Я знаю, что ты здесь находишься незаконно. Я как этот... же я тебя буду приветствовать без челмы? Я еще пока ее не забрал. Он руки если... сложил вот так и впереди и приветствует тебя ладошками. Хорошо. Мы уже встречались с золотыми джинами, мы встречались с голубыми джинами, мы встречались, в принципе, со всеми джинами, наверное, которые есть. Я в курсе отлично вашей. Не с голубыми, а с синими. Тоже верная правка. Хорошо. Итак, все у нас тут собрались. Чья голограмма это? Кто ответит? Ящера. Ящер. Ящер. Это даже не голограмма, а установка. Установка. Понятно. Он будет сегодня отдельно отвечать за эту тяжесть. Хорошо. Все на чистке присутствуют. Все знают, где они находятся. Отвечаете на все вопросы. Сейчас начнем с реверса всего. Потом мы отдадим вам все чужое. Заберем все свое. После этого рассинхронизируем вас. Вы уберете все и пройдете проверку. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Я надеюсь, никто не придет на идиотскую идею меня обмануть. Потому что если он это попробует сделать, он просто сгорит по каналам в клетке. Такое бывает, к сожалению, не так и редко. Хорошо. Все готовы? И. Ящеру плохо. А что тебе плохо, ящер? Хорошо, снимаются все маски и голограммы? Нет, он рот открывает, как будто ему воздуха не хватает. Или сейчас выйдет что-то изо рта у него. Как будто его рвать будет. Ящер, не гадь мне в комнате. Что тебе там не хватает? На тебя никто не воздействует. В чем проблема? Он в рот показывает, но я не знаю, что у него.
А что у него во рту там? И, Вера, ну, просканируй ящера сканером Плеяд. 1, 2, 3. Что у него в горле находится? Нет ли там еще кого-то? Но у него уплотнение там внутри что-то, я не знаю. А хорошо, я даю команду сил. Моего намерения — это уплотнение выходит из его горла. 1, 2, 3. Да, будет так, и так и есть. У него выпал кто-то. Он вот. Дышать начал. Отправляя этого кто-то в соседнюю клетку. 1, 2, 3. Выстраивая канал, притягивая ответственного за это кто-то. 1, 2, 3. Да, будет так, и так и есть. Но он это маленький ящер. Маленький ящер? Детеныш. Ящер, это твой детеныш или что там такое? Да, это его детеныш. Ну что, я тебе сейчас роды сделал здесь или как это понять? Может, его назад засунуть? Вот ты там просто, ты там уже лежал? Там, а, или... он вошел в него. Он вошел в ящера? Смотри, когда мы ее стали поднимать, вот этот да. маленький, он напугался и вошел в него. Ага. Энергетическое тело просто вошел в него. То есть там, где она живет, находятся еще ящеры? Нет, это было в ней. Это было в ней. Понятно. За то этой есть... конструкцией. За этой конструкцией еще был маленький ящер. Ящер обучает маленького ящера. Вот это да. Угу. Шикарная история. Хорошо. Считаю, ящер, сколько ты находился в этом биополе? 5 лет находился. 5 лет. Вера, и мы начали реверс или нет? Что-то это... Нет. Нет, каналы выстроили, реверс не начали. Хорошо. Дай команду просто. Хорошо, я даю команду тонкой копии, а произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам. Чужеродное по отношению к Наталье, энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, синий дракон. Как долго ты находился в биополе? 1 год. 1 год. Хорошо. Джин, как долго ты находился в биополе? 5 лет. С какой вещью ты попал к ней? Браслет. Браслет. Подарок или она сама купила? Безделушка. Бижутерия, понятно. И 17-герцовый демон. Меня удивляет твоя герцовка. Чего ты находишься с такой герцовкой 17 герц в ее биополе? Что она там, контракт с тобой заключила или что? Или что там тебе так понравилось? Много интересного, контракта нет. Давай, опиши мне, что это в твоем понимании много интересного. Какие-то частоты, какие-то слова, какие-то действия. Я должен понять источник, от чего это идет все. Жадность. Но это твоя чистота, а еще что? Эгоизм. Хорошо. Я это вижу как цвета, как и ты. А еще что? Главный грех есть какой-то? Ты знаешь, он показывает ее... Ну и вообще слово идет, он крутится, она в постоянном движении. Ну, постоянное движение может и отлично Джин организовать ей, чтобы она постоянно двигалась, пустые действия делала. Так он и не против. Так он и делал это. Демон мне... не против. Я понимаю, он, что... Он везде, он вампирит с нее. Демон? Или кто демон, вампирит? Да. Демон вампирит. Демон. Ты что, вампир? Энергии подсасывает он у всех. Куда она двигается? А вы вместе пришли с Джином? Сколько ты лет находился в биополе? Я попозже пришел. 3 года. 3 года. Понятно. Атмосфера понравилась. Джин, в принципе, сделал мою работу. Я удивлен немножко. Я знаю ваши взаимоотношения к Джинам. Я знаю, как демоны нос ворочают от Джинов. Вот. Но здесь вы отлично как-то как команда работали. Приходится даже. Договариваться. Приходится договариваться. Мы не соприкасаемся. Понятно, каждый свою сферу. Можно имеет. Даже сказать, я на готовое пришел. Согласен. Скажи мне, каким болем ты в ногах сидел? Что у нее там болело? Нога связанная. Связаны. И еще один вопрос у меня к тебе. Есть ли лярва в ее биополе? Вернее, сколько? Нет, живота. У нас там инзиктоид сидит, да? Да. Понятно. Хорошо. Ты хочешь меня спросить, отдам ли я тебе эти лярвы после сеанса? И на шее лярва. Говорит она много. Хорошо. А что же это за слова такие, от которых лярва на горле?
вырастает, аджин. Вернее, ненужные. Демон, ненужные, да. Лишние. Но на твоей чистоте, демон, да? А сплетни всегда на моей чистоте. Вот. Это слово я хотел услышать от тебя. Почему? Потому что это мы не в первый раз встречаемся, и мы знаем отлично, что сплетни, осуждения, обсуждения любых других Бла-бла-бла-бла, туда-сюда. Все понятно, это все твое любимое. Хорошо. В общем, лярвы ты хочешь забрать, да? А как же. Тогда поехали дальше. Итак, у нас ревер закончился? Да. Мы все забрали? Нет. Нет, мы отдали. Хорошо, установили фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Наталья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Пошел поток. Ну, от конструкции идут частички ДНК. Угу. Она переплелась с ней, с конструкцией. От ДНК. Ну, это, конечно, уже серьезная вещь. Будем разбираться. Кто из вас, из присутствующих, находится еще в ее доме? Дракон находится. Дракон. Мы сегодня будем чистить этот дом. Дракон. Джин. Демон. Демон. Все. Хорошо. Я тебя спрашиваю, демон, скажи мне, там же черт еще есть или бес, да? И не один. И не один, понятно. Так кому отдавать-то весь этот негатив, который я собирался оттуда забирать? Поделить между вами? Да там говна хватает. Хорошо, ладно, без проблем. Я, если там много всего, вам всем хватит, без проблем. Самое главное, я хочу, чтобы ты мне там сказал, вернее, кто-то из вас указал, где порталы открыты находятся, мы их сразу закроем. После этого всех отпущу лишних, разделю шар на космические энергии и темные, низкоэмоциональные энергии, отдам тогда темные вам. Мы договорились, да? Слово договорились, ему понравилось. Демон, ты знаешь, как со мной договариваться? Знаешь, какой самый высокий демон у нас здесь стоял? С какой герцовкой? 68 герц. Чувствуется, ты с ним не договорился. Ты знаешь, о ком я говорю, да? А я лояльный. Мне приключения не нужны. Абсолютно верно. Я считаю, если мы встретились, надо находить решение, договариваться. Ревер закончился. Отлично, хорошо. Так, я прошу тогда сейчас первым. Хорошо, ящер. Ящер, что ты установил в ее биополе? Есть еще что-то? Нет, у него эта конструкция с ней соединена. Хорошо, она полностью отключена, эта конструкция сейчас? Или что-то еще есть? Твое? Нет. Смотри, потому что будет проверка, я сразу говорю. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Возвращайся назад. И докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. У нее плата в ней соединена с платами в доме. Да, ты что? То есть, где бы она ни находилась, в доме или за домом, у нее постоянно шел отток энергии. Сколько процентов ты забирал у нее энергии 100, дракон? Своими платами и установками? Подожди, он показывает. В ребенке тоже есть плата от него. Забирал он от нее немного, потому что интерферентов много. В ребенке? 10% он забирал у нее. Ребенок. Так, дракон, тогда придется тебе задержаться, пока мы ребенка не почистим. Кто еще в ребенке из вас присутствует? Если вы не хотите быть притянуты второй раз, рекомендую отвечать. Кто из них? Хорошо, значит, только у нас синий дракон присутствует. Хорошо. Так, значит, дракон, ты все вытащил из ребенка сейчас? В смысле, из ребенка, из Натальи. Из нее вытащил платы. Хорошо. Инзиктоид, выходи. Вытаскивай свой инкубатор. Возвращайся в клетку и не забывай отсосать всю свою жидкость, чтобы там ничего не осталось. Говорит, только не бей. И что я тебя буду бить? Ты исполняешь команды? У меня нет, и не обманываешь. Готово. Хорошо. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою золотую пыльцу. Приступай. Вытаскивай все, что оставил в ее биополе. И докладывай мне о готовности к проверке. Еще раз повторяю, проверка будет несколько миллионов герц. Если кто-то обманет, это будет последний обман в его жизни. Он так руки вперед делает, пальчиками ладошки кверху и пальчиками шевелит. Да. И говорит, идите к папочке моей золотой пылинки. Да, я слышу. Идите к папочке, да, моей золотой пылинки. Частички.
Скажи, джин, выше золотого уровня есть еще какие-то джины? Есть. А как они называются? Какого они цвета? Кристаллы они имеют. Так подожди, Вера. Изумрудные бывают. Мы встречались с кристаллами, по-моему, джинами уже, да? Хорошо, какие еще? Изумрудные, ты сказал, да? Да. А они, сколько у них герцов, вернее, уровень какой у них? Он не понял вопрос. Ну, смотри, у тебя 8211. Какой у них уровень? Они же выше тебя. Это не уровень. А что это? Объясни мне. Как вы у джинов это называете? Ступень развития? Продолжительность жизни. Но не в таком понимании, как ты это знаешь. Хорошо. 8000. Немножко похоже на осознанность вашей души. Прыгает со ступени на ступень. Но ты же все равно развиваешься. Если у тебя 8201, значит тебе больше, однозначно больше 1000 лет. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, идет 1 к 60 или в таком плане. Сколько тебе приблизительно в человеческих годах, ты не знаешь? Наверное, 1003. 1003. Ну вот, ты 3000, у тебя 8, тогда я приблизительно понимаю, сколько лет тебе, так у тебя, ты еще существовал до библейских событий, ты был свидетелем всего. Это было относительно недавно. Я понимаю, для тебя все относительно недавно, ты живешь одну сплошную жизнь. Не посчитай это праздным интересом, это мне просто интересно для моего развития. Например, какая у тебя была самая интересная, где ты подселялся, место? Я не говорю жизнь, потому что ты до сих пор живешь. Где это было? В Персии, в Турции, Арабские Эмираты, где это было? Где этот погреб с золотыми монетами, от которого ты кайфовал? Были и другие времена. Золото было другое, джин, в те времена. Хорошо, он все собрал. Да. Захочет что-то добавить, пусть добавит. Почему-то про великанов указывает, великанов. И у них другие были. Это он имеет в виду, на земле ценности. Жили? На земле, да. Жили великаны? Вот, ну, наверное, интересно. Он их показывает. Но они больше людей намного, да? Метров 7? 11. 11? Ну, это точно какая-то космическая цивилизация была. И в те времена ты уже жил. А сколько это приблизительно от нашего времени исчисления? Ты можешь мне приблизительно назвать рамки? Не может, он говорит, не так давно. Но для тебя не так давно, тебе 3000 лет. Я понимаю, что и 2000 лет не так давно. Хорошо. Очень интересная информация, джин. Я не собираюсь на тебя сегодня воздействовать. Я тебе разрешу все забрать и не буду тебя наказывать. Все, кто мне дает информацию, я всегда благодарно к этому отношусь. Я прошу тебя сейчас тогда выйти демона и вытащить все, что он оставил в биополе на талии. Приступай. Как закончишь, прямо оттуда мне докладывай, я дам тебе команду на лярва. Ну, у него на руках и ногах его энергии. Хорошо, забирай все. У него что-то на ногах, как утяжелитель внизу. Я вижу, ну, ботинки, да. И это ее материца заставляла. Спотыкалась она. Вообще она очень быстро все делает, как бегает. Туда-сюда, вот это он и говорил. Хорошо. Хорошо, это черта ее характера или это было воздействие, что она все быстро бегает? Наверное, черта характера все-таки, да? Mm-hmm. По идее, после чистки она должна успокоиться. Быстро все делает. Работы много. Дел много. Благодаря нам. В 2 раза быстрее надо делать. Хорошо, демон, ты все снял? Да. Разрешайте забрать все лярвы, которые находятся в биополе на талии. Ничего не забывай, приступай. Готово. А надолго тебе хватает этой энергии, вот этих лярв, которые ты сейчас употребил? Это же для тебя подзарядка, я понимаю, да? Да, моей герцовки нет. А, понятно. То есть тебе надо дальше будет искать другие варианты, все. Надеюсь, ты мне поможешь. Мы же договорились. Я тебе сказал, я тебе отдам весь негатив, который находится в доме. Мы договорились. Пусти этого маленького к большому. Отправляю маленького к большому. Это ему страшно. Солдат ребенка не обидит. Прячется за него. Да хорошо, я не собираюсь на него воздействовать. Все. Мне просто непонятно, почему это голограмма такая тяжелая была.
Все-таки 5 лет. Установка. Ждем рассинхронизации, окончания. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Значит, у нас все прошли проверку. Я тогда сейчас буду демона отправлять в квартиру, буду отправлять Джина в дом, вернее. У нас еще остался синий дракон, но синий дракон останется, потому что мы сейчас ребенка будем чистить, чтобы я по 2 раза его не вытаскивал туда-сюда. Ты понял, синий дракон, да? Уберем ребенка, после этого я тебя отправлю в квартиру, и после этого я тебя отпущу на твою чистоту, когда ты там все соберешь. Я проверю. Все понятно? Да. Хорошо, открывается сейчас портал в дом Натальи. 1, 2, 3. И демон уходит в этот портал. И Джин уходит в этот портал, дожидается нас там. Мы минут через 20 придем. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Демон у нас ушел. Джин ушел. Инзиктоид. Ты готов уходить, инзиктоид, на свою чистоту? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя на секундочку выйти на связь. Да, она на связи. Да, я был готов отпускать ящера, но там тяжелая установка и еще детеныш у меня здесь. Как ты скажешь? О, какой детский сад. Да. Всех это... забираю. Установку тоже. Хорошо. Не забрали все. Отлично. Хорошо. Значит, у нас никого больше не осталось, кроме синего дракона, да? Да. Хорошо, дракон. Постой чуть-чуть. Мы закончим чистку. После этого, так сказать, ребенка я почищу и дальше по плану. Поехали по частотам. Пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Она даже здесь на энергии так бурно реагирует. Как бурно? Ой. Понятно. Наталья, представляете, это нормальное состояние человека, когда он живет на таких энергиях и на таких вибрациях. Это энергия радости и счастья. Все, что ниже этой частоты, это является противоположным. Заправилась, Вера? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Переходим к процессу активации, идентификации души. Она очень долго делает, как-то идет информация, что у нее материальное перекрыло душевное. Вот эта душа, она из чакры в чакру переходит назад, расширяется. Она как пробудить ее, что ли, хочет повернуть к себе. Ждем. Готово. Хорошо, Наталья, как вы себя чувствуете после чистки? Она держится вот в области сердца и говорит, душа проснулась. Замечательно. Сейчас вы останетесь, я останусь рядом с вами, а Вера пойдет и поднимет вашего сына, и мы проведем его чистку в вашем присутствии.